Итак, ребят, всем привет. Доехали мы до Москвы. Вот поезд Владикавказ, Москва, на котором мы приехали. Сейчас покажу вам вагончик, смотрите, что там внутри. Владикавказ, Москва. Вот они, поезда. Вот такие купе. Ну и мы на таких же сидели. Впереди нас ждет Москва. Это у нас Казанский вокзал, ребята. Идем по Казанскому вокзалу. Сейчас чуть-чуть пройдемся. Вы посмотрите, как здесь все выглядит. Перрон. Приближаемся ко входу. Люди, конечно, с поезда идут, но не так много, но чуть-чуть идут. Сейчас утро. Казанский вокзал. Там какой-то полицейский стоит или полицейская, не знаю. Хочу снимать, надеюсь, вопросов не будет. Время 6 часов 40 минут. Вот там часы на самом верху есть. Можете посмотреть. 6:40 утра. Самое раннее утро. Идем по этому вокзальчику. Так он выглядит при входе. Люди вот такие сидят разные. Вокзал есть вокзал. Наша задача сейчас пройти на выход и пройти куда-нибудь ближе к туалету. Пойдем за толпой сейчас, а там разберемся. Вот там вход у нас. Там вокзал, все люди туда идут, значит, нам туда. А, вон на первом этаже выход. Туда нам, скорее всего, вниз. Так, вниз, 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 туалеты. А, туалеты вниз. Давайте вниз пойдем. Потом уже в вокзал. Там уже выход. Мы вот сюда сейчас с вами спустимся. Потому что раннее утро. Так, туалет находится в подвальчике. Нижняя часть Казанского вокзала, там вот охрана, полиция. Ладно, дальше снимать не буду. Снимаю сам себя. Все, всем пока и удачи.